Добрый день, новый день и новая тема. А тема очень актуальна для Украины. Это блокировка, вернее, кодировка спутниковых каналов на спутниковом телевидении. Как альтернатива у нас подключение тюнера Т2. Давайте проведем сравнение двух тюнеров. OpenBox модели Т206 и фирма бренд Strong. Вот такой моделька у нас SRT8203. Казалось бы, вот такой совсем маленький, как по мне, совсем не очень не располагал он мне доверием. Такой маленький тюнер, но вроде бы он оказался намного получше качеством по силе чувствительности приема. Ну, чтобы не быть голословным, давайте сравним сейчас на примере одной и той же антенны. Сейчас подключим OpenBox и Strong. Хотя OpenBox вроде бы славится, не знаю, это скорее всего, что подливон какой-то используется. Вроде не наклеечка. Конечно, фирма брендовая OpenBox. У них хорошие раньше тюнера были. Все, сейчас подключаем, наверное, сначала Strong к телевизору и сравним, сколько каналов и какое качество. Тюнер наш подключен, Strong. Каналы уже отсканированы. Антенна у нас эфирная без усилителя. То, что маем, то и маем. То и используем, как говорится. Давайте посмотрим, что он у нас может принимать. Итак. Данный тюнер может у нас... Он отсканировал у нас 16 каналов. Интер, Украина, 1+1, НТН, К1, Перший. Все в довольно-таки неплохом качестве, без сыпания, рассыпания картинки. Сейчас посмотрим, что у нас как. Вот такой как UA Перший у нас качество вообще отменное 100%. Хотя сила сигнала всего лишь 18. Дальше побежали. ICTV, Enterfilm, Zone, Киноточка. Давайте посмотрим. Многим нравится Киноточка. Посмотрим, что у нас по сигналу. Ну, здесь, конечно, поменьше. 60-55 плавает качество. Но, тем не менее, смотреть довольно-таки нормально. Ничего не сыпется. Дальше смотрим, у нас СТБшка, Тэшка, К2, новый, МК1, прямой и все. Вот у нас в наличии 16 каналов. Все, теперь этот отключаем, подключаем OpenBox. Ну вот, подключен у нас OpenBox. Сейчас у нас канал Интер. По качеству, вот смотрите, что у нас 48-51, сила сигнала 18 сотки. Смотрим дальше, что он у нас может принять. Украина. Я бачу, полюбляют авиазаты. А это еще такой же, який злочин. Работает. 1+1 у нас. НТН. Ну, довольно-таки еще что-то сносно. К1. Перший Т2. Полиция этой водкой. Это же и выпивка, и закуска сразу. А вот смотрите, что у нас. Киноточка, канал Киноточка. Вообще
Отсутствует сигнал. Чуть-чуть что-то пробивается. Что у нас? СТБшка тоже отсутствует. ТЭТ тоже. К2. Новый. М1. Вот. Так что вот так вот. Вот такой вот результат. Итак, если выбирать между этих двух тюнеров, то преимущество имеет вот эта малютка. Зато у OpenBox, конечно, послабее чувствительность сигнала, но у него есть возможность подключения. У него два USB порта, и в один из USB портов можно подключать Wi-Fi адаптер, который расширяет его возможности до приема интернета. То есть у вас будет доступный YouTube, IPTV, Megago. Это да, это ощутимый плюс. Но если по качеству, то да, этот будет в приоритете. По комплектации здесь все то же, что вот такие пульты. OpenBox, Strong. Все те же блоки живления. И у нас в OpenBox идут обычные тюльпанчики, а у этой малютки Strong с одной стороны тюльпанчики, со второй уже это все сдвоено настроено, так сказать, чтобы минимизировать для входа в маленький этот корпус. Так что делайте выводы. Удачи в подключении Т2. Как говорится, цифра. Подключит даже пенсионер.